Доброго ранку, дорогі друзі! Якщо ви з нами, то цей ранок, звичайно, добрий для нас, а ми спробуємо зробити його добрим для вас. Це програма «Мозаїка». З вами я, Віталія Токарчук. Ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 638-638. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. За вікном літня погода. Сподіваюся, що вона дарує вам гарний настрій, і у вас все добре, все окей, як у нашої наступної виконавиці. Для вас кліп. Because everyone who is inspired and is lonely, I'm okay in desperate feelings. Cannot bring me all the way live for today. Доброго
Доброго ранку ще раз всім тим, хто щойно до нас приєднався. Це програма «Мозаїка». А щойно ви побачили кліп від гурту «Джуліноза Мюзік». Чарівна Юлія Запорожець з'явиться наступної п'ятниці у нашому ефірі. Тож будьте уважні, всі ті, хто її любить. Ну а зараз у нашій студії вже чудовий піаніст, прекрасна людина Олександр Мельничук. Доброго ранку. Доброе утро. Саш, доброе утро. И вообще, хотелось бы начать с того, вот мы посмотрели клип одесской исполнительницы Юлии Запорожец. Как ты вообще к одесским исполнителям и музыкантам относишься? Замечательно. Есть прекрасный проект, точно так же, как Юлия Жилиноза и Тараса Кузнецова, например, Качука Виталика. Вот. Есть прекрасные музыкальные проекты, которые периодически как бы в некотором смысле меняют свои формы, подключаются разные интересные другие музыканты. У нас в Одессе много джем, так сказать, джем-сейшены вот, происходят. Там всегда ребята обмениваются своим опытом, своим музицированием. Вот. И таким образом создаются интересные вот, одесские проекты. Мое личное отношение к отдельным проектам очень позитивное и хорошее. Ну, я так понимаю, потому что ты говоришь, ты отслеживаешь тщательно или нет? Ты как бы насколько мне я не то чтобы этим? Отслеживаю, я просто в этом городе живу. Вот. И, как, и так как дружишь любой, со всеми так как любой, так как любой человек своей профессии, мы как бы в курсе происходящих событий. Вот. Все музыканты, которые друг с другом сотрудничают и работают. А музыканты всегда охотно делятся тем, что делают, или нет все-таки? То, что сейчас загашники, над чем работают, они не показывают до последнего момента, там как бы не сглазить какие-то суеверия, нет, нет? Я этим не задавался, но я могу по своему опыту, у меня есть некоторые нюансы, которые я не сразу показываю, не сразу рассказываю. То есть я пытаюсь это вначале собрать у себя в голове, потом как-то показать уже цельную картинку. То есть прежде чем ну, засвидетельствовать это перед публикой. Это нормальный процесс творческий, это в принципе так и должно быть. А насколько суров музыкальный мир? Бывало ли такое, ты написал какую-то мелодию и потом услышал у кого-то как свою авторскую? Или не было такого? К счастью. Я своей музыки нет, не слышал, вот. Но если услышу, то... Надаю по рукам. Да, ну, даже не знаю, может и порадуюсь, а может быть и нет. Я не знаю, как я буду реагировать на такую ситуацию. Я думаю, что позитивно. Все-таки своя мелодия услышана была, вот в таком ракурсе. А что ты чувствуешь, когда слышишь свою музыку, вот исполняют там другие исполнители, может быть, какие-то кусочки, или просят тебя, можно мы там сыграем что-то из твоего? А я могу сказать, что такого, по-моему, еще не было. Не было, да. Но я тебе искренне желаю, чтобы было. Мне кажется, это тогда спасибо. Именно то признание, к которому стремится музыкант. А ты какой спасибо. Музыкант? Ты из тех музыкантов, которые постоянно работают там в своей какой-то коробочке находятся, никуда не выходят, ничем не занимаются, пока на чем-то работают, или нет? И ты как-то так, насколько не набегами работаешь на чем-то? Я из тех музыкантов, которые обладают, так сказать, этим как профессия, как профессией и как промыслом своим, да, то есть как ремеслом. Вот. Как бы, точнее сказать... Это твой хлеб тоже. Да, это моя работа. То есть я могу даже, ну, как и большинство музыкантов, которые этим зарабатывают, живут этим, они в большинстве своем больше проводят времени с музыкой, которая нравится людям. То есть популярная идут музыка. На поводу. Они работают в сфере развлечений. Вот. Работаю там в оркестрах, всяких коллективах, которые играют популярную музыку, но параллельно, что приятно, многие музыканты ведут линию своих музыкальных проектов. То есть для того, чтобы иметь возможность развиваться и просто себя показывать свой внутренний мир, вот, свои картины, то есть ну, музыкальные. Да. Бытует мнение, что художник должен быть голодным. Вот расскажи, не мешает, когда ты занимаешься своим любимым делом, за это получаешь деньги, и это становится твоим промыслом? Не мешает ли это искусству? Так, с точки зрения правильности питания, человек должен быть немножко голодным, это правда. Вот. Что касается, если навязывать это
требования как музыканту, чтобы он развивался. Я думаю, что это не очень справедливо. Я думаю, что все-таки музыкант должен иметь возможность нормально, ну, более-менее стабильно существовать, чтобы нормально развиваться и заниматься над собой. Надеюсь, что наши телезрители, так же, как и я, соскучились и за хорошей музыкой. Давайте сейчас посмотрим фрагмент твоего выступления. Давайте. Одну из твоих композиций, и ты потом после прокомментируешь. Хорошо. Thank you.
Саша, только что мы услышали, увидели ирландскую композицию, давным-давно тобой написано, да? Расскажи историю этой композиции. История композиции, давайте начнем. Это эстрадно-джазовое отделение в музыкальном училище. Вот. Давненько это было? Давненько это было. Я думаю, что это было в 2003 году, что-то в таком роде. А почему так долго лежат твои произведения? Или ты играл раньше и уже показывал зрителям? Они не то чтобы лежат, я бы сказал, это не более корректнее. Они дорабатываются все это время. Они записаны. Они записаны? Они записаны, и их есть, то есть сама цель произошла, то есть реализована. Они записаны и показаны. И сыграны на аудиторию в Одессе, это там мы играли во Львове, в Южном. Я показывал еще во многие города, то есть, как-то мы еще давно в Германию ездили. Вот. Эти произведения показаны, это как бы основная цель. То есть они записаны и показаны. Есть возможность их вот сейчас показать. Послушайте. Это была основная цель. Потому что, как бы, думать о коммерческой подоплеке, если уже так, да, более глубже смотреть, не приходится в данной ситуации. То есть это творческая линия, то есть моя, скажем так, и ребят, с которыми я учился, сотрудничал. Ну, довольно-таки недолгий век у твоих произведений, если ты говоришь о том, что главное показать на нескольких площадках, записать и все, отодвинуть в сторону, работать над чем-то новым. Да. Это правильно или нет с твоей с точки зрения сейчас? Или правильнее все-таки взять какие-то хорошие, там, несколько композиций, раскручивать их так, чтобы они уже были просто на слуху у каждого? Ну, это возможно, наверное, если этим специально заниматься все время одним и тем же. Но это, опять-таки, коммерческая струя. То есть, ну, ты полностью та музыка, которая сыграна, это в некотором роде подражание мастерам стилей джаза, фьюжн. Вот. Пэт Матини, Лайл Мэйс, явно, если вот вооруженное ухо слышит, то это явное подражание. То есть это впечатление. Это как губка, которая что-то в себя впитала, да, то есть и что-то под некоторое чуть-чуть своим углом как бы выразила. То есть, ну, вот в таком ракурсе. Это студенческая работа, можно так сказать. На втором курсе музыкального училища я написал эту композицию. А вот как ты относишься сам к своим ранним работам? Тебе все всегда нравится? Или это некорректно? Ну, ты вот смотришь где-то, вот, ну, тут я сыроват, тут вот у меня, или у меня были такие воспоминания. Я заметил лучшую тенденцию, я заметил такую тенденцию, что первое соло, да, которое играется в своей же композиции, оно лучше всех. А потом уже интерпретация. Потом другие уже варианты, как бы, картины, они набирают немножко других, немножко краски. Вот, но потом ты возвращаешься к старым, первым, то есть первоисточникам, скажем так, и они оказываются действительно лучше всего. Ты закончил консерваторию по классу фортепиано, но да. Ты не заканчивал композиторское отделение. Нет, не заканчивал. Так почему же пришла вот мысль или желание все-таки писать что-то свое авторское? Сложнее? Почему? Потому что... Почему? Потому что очень много, вот начиная с, ну, не знаю, с 6 лет я учился и в школе музыкальной Столярского, и в консерватории на педпрактике, и в музыкальном училище. То есть очень много лет музыки, они в любом случае что-то дадут внутри созреть какому-то впечатлению от этих огромных лет, больших лет впечатлений музыкальных, ежегодных. Понимаете, это как, ну, созрел небольшой такой цветочек, да, он распустился, то есть и какие-то впечатления у меня в музыке есть, то есть какой-то опыт. Вот он выражается в творческом проекте, поэтому вот. Я как могу, как можно чаще стараюсь его реализовывать. У тебя вообще довольно-таки интересная творческая судьба, ты занимался и в школе Столярского, тебе вообще на самом деле пророчили вокальную сумасшедшую карьеру, да. Потому что твой детский, юношеский голос был похож просто на Лабертино Лоретти, все тебя сравнивали с ними, не знаю, приятно тебе это слышать или неприятно, ты становился лауреатом международных конкурсов, получал всевозможные гран-при, уезжал во Францию. Вот то, что все-таки, как мне прискорбно говорить, у мальчиков происходит мутация голоса, то, что ты не пошел по этой стезе, и вот так вот с голосом произошло, и ты ушел в музыку, в фортепиано,
Как это отразилось вот на тебе внутренне? Внутренне. Мы как-то уже, помните, у нас был диалог с такого рода. Вокальная школа, вот, она мне дала возможность желать извлечь из фортепиано тот звук, который я хочу. Как мы говорим, я пытаюсь интонировать на фортепиано. Раньше я голосом интонировал. Вот. То есть, получивший этот опыт, потом, когда я изучил более подробно инструмент фортепиано и музыку разную, и классическую, и джазовую, я как бы подсознательно стал использовать инструмент как голос. Хорошо, если вокально можно быть неповторимым, потому что двух одинаковых людей в мире не существует, можно быть там похожим на кем-то, на кого-то вокально. Можно ли быть неповторимым в музыке? В инструменте. Да, так интонировать музыкально. Очень, ну, конечно. Это сложнее, мне кажется. Да, это сложнее. Это огромные поиски новые. Ну, я работал с очень интересными экспериментаторами, то есть музыкантами. Что такое музыка? Вот говорят, музыка — это застывшая архитектура, да? Нет, архитектура — это застывшая музыка, прошу прощения. Почему? Я проводил параллели, и тоже мне интересно было. Во-первых, первое, что я заметил, это то, что архитекторы и музыканты всегда дружат. Вот, это очень интересный момент, это правда. Это, я не знаю, почему это происходит естественным путем. Люди встретились, начали просто заговорились, и уже там год не разлей вода общаются. При этом часто архитекторы, как это под слово современное, подсаживают музыкантов на музыку. Архитекторы слушают больше музыки, чем музыканты. Да. Архитекторам нужно впечатление. Понимаете, они слушают музыку и делают свои проекты, и на них это очень сильно влияет. Музыкантам же тоже, очевидно, нужно впечатление, где ты получаешь. Музыкантам нужно впечатление, да, обязательно. Музыкантам нужно впечатление от архитектуры, от города Санкт-Петербург, например, там, от Барселоны, от каких-то личных, может быть, жизненных ситуаций. Но это нормальный, то есть жизненный процесс. То есть, да. С этим связаны твои поездки довольно-таки часто за границу. Вообще, как в других странах относятся к твоей музыке? Ты там ее показываешь, когда приезжаешь? Кому-то? Я играл свой концерт перед аудиторией из Новой Зеландии, Соединенных Штатов, Англии. Вот. То есть без преувеличений очень хорошо все прошло. То есть, может быть, потому что я просто, когда играю сольные концерты в рамках своего проекта, я играю музыку, которая мне очень нравится. И что мне дает возможность, наверное, ее преподносить в более воодушевленном состоянии, то есть более вдохновленном, то есть состоянии, желаемом, то есть вот, ну, как бы вот так. А ради коммерции можно тебя заставить играть то, что тебе не нравится? Без сомнения. Может. Это профессиональная вещь. Хорошо, если говорить о том, как тебя приняли, ты что испытывал, когда выходил к такой публике? Что я испытывал? Я испытывал состояние эксперимента. А это важно музыканту экспериментировать? И как часто? Экспериментировать. Эксперимент не только в музыке происходит, а в процессе ее исполнения, то есть перед людьми. То есть разная публика. И это в любом случае сказывается на том, как ее восприняли, то есть люди. Ну, люди сами воспринимают музыку, и они под разным углом ее воспринимают. То есть мои цели играть перед публикой ставят с собой, эти цели, они больше, я как бы больше изучаю себя, понимаете? Могу ли я убедить ту или иную публику в своем, там, в своей музыке или в своем исполнительстве? Это такие обычные задачи. То есть заоблачных каких-то вещей, ну, я думаю, ставить не нужно, если вдруг какие-то повороты, все бывает, там, не разочаровываться. Просто элементарные повседневные задачи. Там, 24-го у меня концерт, у меня цель сыграть свою музыку и подарить ее людям, и посмотреть, как люди на нее отреагируют. То есть фактически вот скрупулезные цели вот такие вот. Точечные. Точечные. Да. Хорошо. Ты уже заговорила о концерте, хотела на потом немножечко оставить. Ничего. Все-таки поговорим сейчас. 24 сентября он состоится. Top of the Depths. Это вершина глубин. Такое философское название. Почему
ты так прям решил дать возможность задуматься, помыслить? Ну, как бы охарактеризовать это название «Top of the Depths», что переводится «вершина глубин», можно так. Одним словом, не придерешься. Что я имею в виду? То есть, по сути дела, глубина, она есть... Во всем. Да, во всем, понимаете? И в каждой глубине есть своя вершина. То есть, как бы перевернутый айсберг, понимаете, под водой. То есть, ну, в некотором таком картинном таком изложении, да? Вот. То есть, не вершина вершин, то есть, не залез на гору, да? А как бы почувствовать... То есть, в искусстве... Это все-таки больше в душе, да, в глубине. И там есть своя вершина. То есть в некотором роде хотелось бы вот так преподносить. То есть, ну, такое глубинное понимание искусства. Ну, вот, картинное больше. Вот. Ну, может быть, непростое название. Его трудно запомнить. Мои друзья иногда даже там немножко как бы издеваются надо мной. Там, о, какое сложное название. Некоторые, кто с английским не очень... Просят транскрипцию. Да, им трудно выговорить это. Но я как бы слушаю и не обижаюсь, то есть, на это. В принципе... Ну, ты мог бы, как музыкант, обижаться только, если бы тебе сказали плохая музыка. Я просто не могу, потому что я не могу себе этого позволить, как минимум, потому что это... Это действительно мое, то есть это как бы ячейка, в которую я вкладываю свое творчество. Вершина глубины для Александра Мельничука – это что? Для меня это что? Да. Ну, фактически, я уже объяснил. Это глубина творческих поисков. Вершина глубины творческого состояния. Ну, давай посмотрим еще фрагмент с твоим участием. Да. К чему ты там дошел в своих поисках? Мы сейчас увидели фрагмент с твоей выступления с твоей школы имени Столярского, которой ты занимался. Наверное, стоит поговорить и о педагогах, которые дали тебе путевку в жизнь. Mm-hmm. Это всегда те люди, которые помогают, ведут, наставляют. Расскажи о них. Яркие педагоги, которые я считаю мастерами своего дела, начиная со школы. Это Петров Владимир Иванович, потом
в школе педпрактики это Дикий Юрий Борисович и Ира Пастернак. Вот. В музыкальном училище это Повзун Николай Васильевич. И в консерватории это, к сожалению, ушедший из жизни Зелинский Анатолий Борисович. Ты так сказал, самые яркие педагоги. Было много и других. А могут ли быть вообще промежуточные педагоги? Или все-таки те люди, даже которые были на какие-то короткие моменты присутствовали в твоей жизни и чему-то научили, все-таки внесли лепту, я так думаю? Да, это записи, это мастера джаза, классики. Вот. Но если уже, наверное, самый яркий исполнитель, которого я слушаю вживую в Одессе, это Сергей Терентьев. То есть это и педагог одновременно, которому я на уроки не хожу, если вы понимаете, которого я слушаю просто всегда. Вот. Это даже больше, чем педагог. Это, наверное, я уже говорил когда-то до слова, это духовный мастер фортепианного искусства. То есть вот у меня такое к нему отношение. А после его концертов ты выходишь с какими-то идеями новыми в отношении своих произведений? Или что происходит с тобой? Или у тебя какое-то моральное удовлетворение? После его концертов происходит вот что. После его концертов ты выходишь отдохнувшим. Отдохнувшим? Да. Я скажу так. Отдохнувшим. Потому что не ты сидишь на сцене. Нет, более глубже. Отдохнувшим от мыслей, потому что его звук сразу заставляет забывать многие. Ты забываешь о своих проблемах, скажем так, вот вкратце. Его, он, когда садится и извлекает звук с рояля, из рояля, то он это делает, скажем так, волшебным образом. А ты пытался разобраться, в чем же волшебство Сергея Терентьева? Да. Разобрался? Нет, конечно. Вот, но я пытался. Я смотрю, слушаю записи его. Ходишь на концерты? Да, хожу на концерты практически всегда. Честно, не потому, что я хочу что-то для себя. Вот, понимаете, в чем парадокс? Можно приходить на концерты, чтобы подчеркнуть для себя что-то техническое, да? А я к нему прихожу на концерт, чтобы отдохнуть. То есть послушать музыку. Хорошую музыку. А можно ли тебя потом, после концерта Сергея Терентьева дома, увидеть за роялем, где ты там пытаешься точно так же, как и он, извлечь звук? Нет, или нет? Нет? Ты не копируешь ничего? Нет, не копирую. Я не пытаюсь копировать. Может быть, волей-неволей происходит копирование, подражание. Это как бы, у меня нет самой цели такой. То есть копировать именно непосредственно его стиль игры и манеру исполнения. Если я сажусь заниматься, то я уже целенаправленно сажусь заниматься и ищу, может быть, какие-то свои впечатления. Опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что я считаю, что первое впечатление от произведения – и сыгранное оно первый раз, это самое лучшее исполнение. Это самое лучшее впечатление. Да. Коль мы уже заговорили о Сергее Терентьеве, не так давно ему было присвоено звание почетное заслуженный артист Украины. У нас есть фрагмент его выступления. Давай послушаем, отдохнем тоже. С удовольствием. Во время эфира. Thank you.
Слушай, хотела задать тебе провокационный вопрос в какой-то степени. Насколько важно и нужно музыканту участвовать в разных фестивалях, возможно, конкурсах? Какой отпечаток на жизнь творческую это накладывает? Это очень важно. Важно? Да. Нужно? Это обязательно. Для самоутверждения, прежде всего, перед самим собой. А нужно самоутверждаться человеку, который, в принципе, сочиняет хорошую музыку, который уже признан и на концерты которого ходит? Одна из составляющих артиста и музицирования, и вообще искусства – это исполнитель, и очень важная составляющая – это слушатель. Музыкант – это артист? Музыкант? Музыкант. Это может быть даже больше, чем артист. Больше, чем артист? Mm-hmm. Вот мы говорили с тобой о том, что ты к себе придираешься постоянно, когда вот пересматриваешь видео со своим участием, да. Там то не так, это не так. Ты потом видишь какие-то результаты вот в следующем видео, допустим, по прошествии какого-то времени, да. Что да, ты был прав. Да, я делаю определенные выводы. Я самообучением, что ли, занимаюсь. То есть, если произведение сыграно неплохо, то это доставляет мне определенную радость. Вот. Я даже допускаю в академической музыке на записи, если у меня даже есть какие-то небольшие там, погрешности, но если произведение сыграно цельно и доступно, и чисто, то так как важно было для меня, да, вот, то я допускаю его уже на... выложив в интернет, да, спуская то, чтобы вы послушали разные люди, там иногда педагоги, иногда разные пианисты, я отсылаю, общаюсь, как они относятся к этому, к тому варианту. Запусти в свою голову, скажи, о чем ты думаешь, когда ты играешь? О том, чтобы не забыть, где там что нажать, или, возможно, где замедлить, ускорить темп, о чем думаешь? Не, я об этом не думаю. Или как я выгляжу? Как я выгляжу, я думаю до того, как я сажусь за рояль. И это уже становится да. неважно. Потом я уже не думаю, как я выгляжу, я просто, как сказать, я как бы стараюсь рассказать что-то. То есть я не думаю, я стараюсь довести там произведение до такого состояния, чтобы я не думал о том, какую ноту мне нажать. То есть я думаю как бы сманипулировать, сварьировать звуком. Вот, сыграть ту или иную фразу, чтобы она каким-то образом имела косвенное впечатление какой-то речи. А когда ты понимаешь, что действительно твой посыл дошел, все поняли, что ты хотел сыграть, что ты хотел сказать, когда зрители к тебе подходят после концерта? Или, может быть, какие-то отзывы? Ты часто читаешь о себе что-то? В основном отзывы пишут друзья. То есть, в основном, ну, как правило, они всегда хотят создать хорошую внутреннюю там, да, атмосферу. То есть, немножко поддержать да. Вот. Я свои записи отправляю разным хорошим музыкантам. Там и в Германию, и в Испанию. Просто советуюсь. Я жду нормальной, здоровой критики. То есть... Абсолютно. То есть... А ты болезненно ее воспринимаешь или нет? Нет, я не воспринимаю болезненно. Почему? Потому что я чувствую себя уже опытом музыканта, который играет на инструменте уже больше 20 лет. Я чувствую уже, что я как бы хочу что-то выразить, а не кого-то покорить, понимаете? Вот я выражать хочу, просто выразить музыку. А раньше, когда это все начиналось, ты хотел покорять? Нет, раньше с музыкантом, учеником я боролся с чувством сценического волнения. Это нормально. Сейчас оно не присутствует? Сейчас оно в меньшей мере присутствует. Но присутствует обязательно. И слова Юрия Кузнецова тоже. Он сказал, что человек, музыкант, который не чувствует волнения перед выходом мертвый. На сцену, то это уже, как бы, наверное, не музыкант. Музыкант. Вот. Да, я с ним согласен абсолютно. То есть, но все-таки я стараюсь минимизировать это волнение, потому что все-таки оно мешает. Но оно есть перед выходом на сцену, но уже когда севши за рояль, ты начинаешь рассказывать, в принципе, оно рассеивается, если ты уверен в том, что ты делаешь. К сожалению, этого
прекрасного музыканта. Визитной карточки Одессы не стало в этом году. Но пройдет очень скоро фестиваль Jazz Fest, очередной фестиваль, где будет вручена специальная премия имени Юрия Кузнецова. Ты сам неоднократно становился участником Jazz Fest. В этом году ты принимаешь участие или нет? Нет, в этом году не В этом не принимаешь. Давай как вспомним, как это было в 2012 году и насладимся музыкой этого великого музыканта. Помогите ему. Он гений. Он не может просить и кланяться. Только в памяти поколений вы исчезнете. Он останется. Незамеченный высшим обществом. Скромный. Может быть, даже дикий. Он так любит свое одиночество. Тишину и рояль, и книги. Погруженный в свои тетрадки. Несерьезный и незапасливый, он не молится о достатке, а о том, чтобы все были счастливы. Не дивлячись на те, що кожен... Вернемся к твоему концерту. Все-таки это главная тема, наверное, нашей сегодняшней программе. 24 сентября уже состоится в перроне номер 7. Такая... концертная площадка. Вообще для музыканта важно, какой является площадка, что она из себя представляет? Да, конечно, это важно. Вот. Перрон номер 7 – это интересное творческое место, которое организовал Ярослав Трофимов. Очень творческий человек, интересный. Он прекрасно делал концерты в дворике на Французском бульваре. Вот. Вот это лето прошло очень насыщенно, и мы очень... плодотворно, да, поработали. Ну, как говорится, уважение, респект. Вот за то, что он сейчас как бы стал более... эта ситуация стала более связывать Одессу с разными проектами других городов. Знакомство, джемсейшн, общение, очень классная вещь. Вот. И сейчас он переехал обратно в свой перрон номер 7, то, что называется его заведение. Вот. И там он делает в небольшом своем зале, делает концерты. Вот. И 24 числа в 7 часов я буду рад, если... люди, публика придет, послушает, мы
мое выступление. Слушай, я знаю, что музыканты очень ревностно относятся вообще к своим инструментам. С пианистами это вообще отдельный разговор, потому что очень сложно за собой таскать свой рояль, естественно. Как ты вообще настраиваешься, настраиваешь инструмент перед тем, как... Я его не настраиваю. Вообще не настраиваю. Его настраивает настройщик. Человек, который... Это очень сложно. А ты можешь отказаться от выступления из-за того, что плохой инструмент? Или нет? Если в организацию этого выступления вложено много, то я потребую, чтобы его настроили. Даже так, как нужно. Так, как нужно, да. Если в организацию и там, подготовку, и в занятия вложено очень много энергии, ожидаемо это было, то я просто... Лучше чуть-чуть его сдвину на час, но его настроят, и я сыграю. Я думаю, отменять, ну, я думаю... Один раз я работал в одном интересном составе. Вот, там девочка-вокалистка, она позволила себе отменить из-за того, что заводились колонки. Меня это первый раз шокировало, как бы, но... Это непрофессионально, по-твоему, это, ты так думаешь? Может быть и профессионально. То есть это волнение, это тур там, это все вместе. Это все, как бы... Я не думаю, что это было бы корректно. То есть взять и... Можно придумать что-нибудь в любом случае. Чего ты ожидаешь? Чего ждешь от этого концерта? Он же такой долгожданный, третий по счету в Одессе, да? Да. Если я не ошибаюсь. Да. Чего я жду? Ой. Помимо, конечно же, я жду большого количества публики. Я жду от этого концерта просто напоминание о своем проекте. Существовании? Да. И все. И все, больше ничего? Ты не хочешь ничего нового представить? Нет, представлять-то я буду, музыку-то я играть буду, но мне нужно творчески себя реализовывать. А для кого это концерт? Для каких людей? Ты оценивал когда-то тех людей, которые слушают твою музыку? Что это за люди? Это музыканты, художники, журналисты. Приходите все. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Я тебе желаю очень удачного, хорошего, замечательного концерта. Спасибо. Приходи к нам еще. А вам хочу сказати, що ми побачимося наступної п'ятниці. Гарного вам настрою, чудового дня і прекрасних вихідних. На все добре. Нехай щастить.